Сотрудники отдела организационного обеспечения и отдела производства администрации района 25 марта приняли участие в краевом видеосовещании, на котором обсуждались итоги выполнения основных направлений развития архивного дела в Красноярском крае за 2019 год и задачи на 2020. Руководитель архивного агентства Александр Козицын заслушал отчеты специалистов с мест, в том числе и специалистов Курагинского архива, входящего в состав отдела организационного обеспечения и отдела производства. Курагинский архив выполнил все плановые показатели, которые состоят из приема документов от предприятий и организаций, составления описей, выдачи справок частным лицам и организациям и ряда других.